Добрый вечер. Сегодня получила посылку от интернет-магазина Мегасад. Получила такие саженцы, как киви. Вот посмотрите, как она упакована. Замечательно. Все хорошо. Яблонька Golden Delish. Delicious. Вот, пожалуйста. Белая роза, так как хотела. Черешня. Очень хотела саженец хурмы, я его получила. И груша, талгарская красавица. Когда я стала распаковывать, значит, корневая система замечательная, все влажное, по-хозяйски все собрано, все хорошо. Даже внутри упаковки была планочка, которая придерживала саженцы. Это тоже очень здорово. Но когда я распаковала эту упаковочку, первое, что выпало, это была талгарская красавица. Я еще смотрю, веточка. А почему веточка саженец без корней? Когда присмотрелась ближе, она, оказывается, откололась от основной веточки. Мне пришлось ее замотать. Надеюсь, что она приживется и в дальнейшем будет меня радовать. Большое спасибо!